Всем доброго времени суток, меня зовут Ева Лекцер, рада приветствовать всех, кто заглянул на мой канал. Сегодня выполняю расклад по вашей просьбе. Вы мне указали в комментариях сделать видео на тему «Есть ли жизнь после развода?». Как мне кажется, она безусловно есть, у каждого просто это будет какой-то более или менее затянувшийся кризис, но тем не менее никто еще после развода не умирал. Сегодня будем работать с Таро Animal Totem, как говорится, цвет настроения синий. Колода такая сама по себе очень необычная, очень красочная, очень живая. Как мне кажется, наоборот, после развода для многих из вас жизнь может заиграть новыми красками. Расклад данный является универсальным, как для мужчин, так и для женщин. Поэтому, дорогие мои мужчины, когда вы мне пишете, особенно в тароскопах, а что расклады только для женщин, я нигде не позиционирую расклады, как только исключительно для женщин. Просто если падают мужские фигурные карты, то в большей степени данные расклады проигрываются для дам, но я об этом обычно упоминаю. Итак, как вам работать? По традиции 8 вариантов. Карты будут показывать, что происходит на текущий момент вашей личной жизни и как она у вас будет складываться в рамках ближайшего года. Давайте смотреть. Вы, пожалуйста, расслабьтесь, настройтесь на расклад, проговаривайте свое имя, дату рождения. Давайте картам запрос. А именно, есть ли жизнь после развода? Хочу напомнить, что всем, кого интересуют индивидуальные консультации, либо все вопросы касаемо обучения, ссылки на мои контакты вы сможете найти под любым моим видео. Когда вы пишете, как с вами связаться, ничего не вижу, опускаете спойлер после каждого видео, такая маленькая треугольная стрелочка, и вы видите и описание видео, и все мои контакты. Начиная от номеров телефонов, так и ссылки на Facebook, WhatsApp, на ВКонтакте, на Инстаграм, то есть все соцсети вы сможете увидеть, так, собственно, и мессенджер. Итак, задаем вопрос. Как сложится жизнь после развода у тех, кто выбрал первый вариант? Мы смотрим здесь сама по себе ситуация, что происходит и как будет развиваться. Второй вариант. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Подвинем сейчас. И восьмой вариант. Все карты вам будут хорошо видно. Я все буду вам подносить, вы все увидите. Поэтому не переживайте. Итак, даю вам пару секунд, чтобы вы могли определиться, и будем с вами начинать работу. Для тех, кто выбрал первый вариант, о чем же говорят карты? Что у вас происходит на текущий момент? Ну, по пажу жезлов, здесь сама по себе ситуация, может быть, знаете, как клин клином вышибает, да? Какие-то переписки в соцсетях, найти новые знакомства, уйти в небытие, да, и так далее. Попытаться с кем-то познакомиться, завязать новые страстные отношения. Просто хотя бы эмоционально отвлечься. А как будет складываться ваша личная жизнь в течение ближайшего года? Здесь у вас падает старший аркан колесница. Движение вперед, ситуация прорыва. Я вам скажу более того, у вас вполне может быть вариант, когда вы будете выбирать из нескольких партнеров. Поэтому на самом деле ничего критического и печального я здесь не вижу, только благоприятные перемены. У некоторых, кстати, в связке эти два аркана могут указывать на ситуацию, что здесь будут и оформления бумаг или документов, связанных с поездкой либо переездом. То есть вообще, знаете, такая позиция начать жизнь с нового листа, то есть переехать и открыть себе новые перспективы. Но в плане личной жизни у вас все будет замечательно. Поэтому здесь можно только, скажем так, вам поаплодировать. Все будет хорошо, не расстраивайтесь. Все, что у вас не происходит, все делается к лучшему. Для тех, кто выбрал второй вариант. Что у вас здесь происходит? Так, ну, могу сказать однозначно, что происходит на текущий момент. Вот у вас падает перевернутая четверка пентаклей. Я вам покажу в прямом положении.
Вот вы как эта белка, но в перевернутом положении, это как бы карту 2 в этом значении, да, упорно, усиленно держитесь за прошлое, но не готовы вы пока отпускать. Это сама по себе ситуация кризиса, когда вам нужно этим переболеть, это пережить. А здесь могут еще проходить ряд имущественных вопросов, когда идет до сих пор, да, какая-то судебная делюшка имущества, либо в целом, знаете, как непонимание, вот ситуация Плюшкина, отжать себе в свое, допустим, вернуть мужчину, либо... вопрос раздела имущества, то, что вы не хотите, знаете, вот делиться ничем. Но по этой карте могу сказать однозначно. На данный момент вы живете в прошлом. Как у вас будет ситуация развиваться в течение ближайшего года? Перевернутая девятка кубков. Могу сказать однозначно. Здесь максимум, что у вас может быть, это какие-то мимолетные связи сексуального характера без обязательств. Ну, с целью, как я говорю, для здоровья, да? Либо просто позиция клин-клином вышивают. То есть это больше не для души, а для тела. Либо отношения в целом, скажем так, если вы не примете одноразовых связей, то отношения или связи в рамках ближайшего года, они будут пустые. Но зациклены вы на прошлом. Вот когда переболеете, только тогда для вас откроются новые двери, новый этап в вашей жизни. Для тех, кто выбрал третий вариант, что же у вас здесь на текущий момент? Так, карта Иерофанта указывает на то, что ваша осмотрительность, ваша мудрость. Возможно, здесь вы просите совета у кого-либо, либо в целом можете консультироваться у психолога, лечить свои душевные раны. Иногда карта Папы Иерофанта, да, указывает на поддержку либо влиятельного лица, либо вашего отца, либо старшего брата, либо в целом вы ищете поддержку, скажем так, в каком-то мудром мужском плече. То есть сейчас для вас это важно больше моральная сторона вопроса, чтобы вы не оставались одна, один на один в происходящей ситуации. Для некоторых, но это в основном единичные случаи. По карте Иерофант это сразу после развода вы можете вступить в новый брак. Но, повторюсь, единичные случаи. Как у вас будет развиваться ситуация в дальнейшем? Двойка мечей. А вы знаете, вы для многих все-таки это проигрывается, как сразу после разрыва одних отношений вступить в новый брак. Потому что вот карта двойственности, карта сразу же вторых отношений, причем официальных. Или же для некоторых это, знаете, может быть ситуация перепутья, то есть общаться с несколькими товарищами, с позиции выбрать и с кем-то установить связь, установить контакт. Но все-таки, говорюсь, вот здесь проигрывается как вторые отношения, сразу значимые. Не обязательно официальные, может быть и гражданские, но тем не менее. Как говорят арканы, то есть вы особо в личной жизни, я не вижу, чтобы испытывали каких-то переживаний. Все у вас замечательно. Для тех, кто выбрал четвертый вариант, что же у вас происходит на текущий момент? Ну, вот здесь вас прибило, так прибило. По восьмерке мечей вы чувствуете себя связанным по рукам и ногам. Неважно, мужчина вы или женщина. Потому что здесь ситуация кризиса, вы не знаете, как из нее выбраться. Вы глубоко застряли, и поддержки, ни помощи, ни моральной, ни материальной вы не видите ни со стороны близких, ни со стороны друзей. Вот как крот, да, лезете на ощупь. Пытаетесь сами выбраться из этой трясины. Так, ну получится ли у вас? Вот здесь падает вам перевернутая пятерка мечей. Ой, ну что могу вам сказать? Сложно вам это дается, по той простой причине, что вы все-таки надеетесь склеить что-то из осколков прошлого. Будете пытаться налаживать контакт, либо помириться, но суть в том, что карты показывают, что вам это не нужно. Это напрасная трата времени и сил. Ну давайте все-таки для вас дотяну, куда же будет развиваться ваша ситуация, куда она вырулит у наших четверочек. Куда же она вырулит? Она вырулит в короля мечей. Если эта женщина, появится у вас на горизонте такой товарищ, который решит ряд ваших проблем, падает карта мужчины воздушной стихии, водолей, весы или рыбы. Если смотрит мужчина, ну, это будет для вас период самодостаточного одиночества. То есть в рамках ближайшего года называется сам себе хозяин. Так, для тех, кто выбрал пятый вариант, давайте смотреть, что же у вас происходит здесь на текущий момент. Так, ну, для вас это уход с тяжелым сердцем. А тяжелый болезненный разрыв отношений, но вы понимаете, что это неизбежно, и это все к этому шло. То есть для вас это не стало как гром среди ясного неба, что вас просто поставили перед фактом, что да, мы там разводимся. Нет, это все шло целенаправленно, планомерно. Вы сейчас очень эмоционально это переживаете. Что же у вас будет в рамках ближайшего года? Ну, нет здесь гармонии, нет здесь умеренности, душевные раны, душевный подрыв. Попытки что-то наладить, собрать себя в кучу, но как-то вот не получается. Ну давайте все-таки посмотрим, проработаете ли вы это, либо это у вас затянется на более длительный период.
Нет. Могу вам сказать точно, что в рамках ближайшего года это тихо ушли в себя и вот переживайте эмоционально то, что стряслось. Не готовы отпустить пока ситуацию. Вам нужно именно просмаковать, переболеть. Ситуация стагнации. Но здесь вам нужна помощь либо со стороны психолога, либо моральная поддержка со стороны ваших близких. Потому что у вас тут полная вас накрыла ситуация депрессии, и вам не до новых отношений. Так, для тех, кто выбрал шестой вариант, давайте смотреть, что же у нас здесь. У вас здесь восьмерка пентаклей, карта нового опыта. Я не вижу, чтобы вы слишком расстраивались. Вы из серии, как говорится, любовью кушать хочется всегда. Ваша задача – делать деньги. Карта тяжелого труда, на который вам приносит свои успехи. Вы с головой могли уйти в работу, уйти в ситуацию заработка, своего собственного развития. Скажем так, вам не до эмоций, вам не до переживаний. Что вас ожидает в плане личной жизни в рамках ближайшего года? А у вас вот захлестнет вас чувствами, новая волна эмоций, новая волна чувств. Вот вам приплывет к вам ваш вот этот вот тюлень. Ну то есть поймите, все у вас будет хорошо. Кстати, иногда может связки показывать на ваш служебный роман, может такого произойти. Но здесь у вас сожаления не будет. Что сделано, то сделано, и впереди только новые перспективы. Для тех, кто выбрал седьмой вариант, что происходит здесь на текущий момент. Ну, это сама по себе попытка исправить ошибки прошлого, да, ситуация сожаления. Вот вы купаетесь в этой волне эмоций, вот вы не знаете, что тут можно сделать, да, отплывать, вот видите, вот этот вот бобер, грубо говоря, пал смертью храбрых, вы пытаетесь это исправить, но пока безрезультатно. То есть вы понимаете, что отношения умерли. Что вас ожидает в рамках ближайшего года? Здесь ну, напрасное ожидание плодов своего труда. То есть, если вы пытаетесь вернуться в прошлое, ну, не стоит это делать. Просто потратите лишний раз свое время, свои нервы. Получите ряд пустых обещаний. Наладится ли у вас ситуация, если вы отпустите прошлое и перестанете что-то там пытаться изменить? Здесь у нас падает перевернутая королева жезлов. Ну, понимаете, вот все равно, вот уперлась как львица, мое хочу и хочу вернуть. Но это будет ситуация для вас только самоедства, разрушения и ревности. Потому что вот даже перевернутая девятка пентаклей, вот пока вы не поймете, что не нужно цепляться за прошлое, тем более ваш товарищ, это указание на то, что его слова не соответствуют его поступкам. Даже если вы будете пытаться что-то склеить вновь, ну, ничего здесь не получится. И будет ситуация такого, знаете, как эмоциональная стагнация и одиночество в рамках ближайшего времени. Для тех, кто выбрал восьмой вариант, что здесь происходит? Вот здесь, кстати, на текущий момент может быть попытки либо обновить отношения при помощи рождения ребенка, либо привязать при помощи ребенка, да, каким-то образом, грубо говоря, вызвать чувство совести, как же так, у нас же дети и так далее, то есть желание обновить. А что ждет вас здесь в целом? Ну, перевернутая десятка мечей, это указание на то, что вы пытаетесь, ну вот, со скрипом, с натяжкой, каким-то образом увидеть свет в конце тоннеля, уже, знаете, как я говорю, неважно, с партнером или без партнера, либо с партнершей, да, если смотрит мужчина. Это желание видеть свет в конце тоннеля, желание кардинальным образом что-то поменять в лучшую сторону. Давайте посмотрим, удастся ли. Удастся, особенно для мужчин. Вас ждет королева кубков. Женщина водной стихии. Это у нас скорпион, рак и рыбы. Если же смотрит здесь женщина, то будете купаться в эмоциях, утонете в любви с головой. Поэтому не переживайте. Будет на вашей улице праздник. У вас здесь падает новая влюбленность и новые перспективы. Вот таким вот вышел расклад. Отписывайтесь, пожалуйста, в комментариях, как он вам, вас проигрывается или не проигрывается. Я вам буду крайне признательна за обратную связь. Ну а с вами была Ева Лехцер. До новых встреч!